Битва за урожай продолжается и зимой. В ушедшем 2012-м курские аграрии по валовому сбору сельскохозяйственных культур прочно заняли лидирующие позиции в стране. Задача на 2013-й – увеличить объемы производства зерна и поставить новые рекорды. Сегодня особое внимание озимым. Как уберечь посевы от перепадов температуры и какие работы ведутся в полях Курского района, расскажет Ирина Шашкова. 23 тысячи гектаров занимают посевы озимых в Курском районе. Оптимальные температуры и снежный покров обеспечивали зимующим пшеницей и ржи благоприятные условия. По оценке специалиста, большая часть посевов находилась в хорошем состоянии. В последнее время погода внесла коррективы и добавила хлопот аграриям области. На полях образовалась ледяная корка, которая перекрыла растениям доступ кислорода. Важно сохранить и уберечь озимы от вымерзания. Если большие массивы, они пересеваются, подлежат пересеву. Есть такой термин, как подсев. Подсев озимой пшеницы можно произвести яровой пшеницей, с тем, чтобы продовольственное зерно осталось в том объеме, который мы запланировали. С природой не поспоришь. Нужно тщательно наблюдать за растениями и вовремя принимать меры. Все это позволит максимально сохранить будущий урожай. Особенно трепетно к посевам озимых относятся хозяйства, которые выращивают культуру на зерно. Хозяйство очень большое, 20 тысяч гектар земли. Озимых в этом году у нас посеяно 7300. Вот. Хозяйство является семеноводческим, то есть за зимами мы следим более пристально, чем другие хозяйства, потому что семена. Это предприятие обеспечивает растениеводов нашей области элитными сортами семян. Только одной пшеницы они выращивают около 6 тысяч тонн. В феврале во всех хозяйствах региона с полей агрономы сделают вырубки почвы с посевами, которые поместят в комнатные условия. Такая технология позволяет оценить состояние озимых еще до наступления весны. Озимые пшеницы, ячмень и рожь являются ключевыми культурами, формирующими зерновой фонд региона. Аграрии обещают, сделают все возможное, чтобы и в нынешнем сезоне накормить курян хлебом. Помогут современная техника, прогрессивные технологии и государственная поддержка. Главное, чтобы погода не подвела. Ирина Шашкова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сеим».